И семья, мама, папа, бабушка, дедушка, братья и сестры – это самые родные люди. Так поприветствуем аплодисментами, дорогие друзья, наши семьи, наших родителей. Наш праздник сегодня посвящен сильной половине человечества, сильной половине семьи – нашим папам. И, конечно же, нашим дедушкам. Праздник большой мы сегодня встречаем. В школу гостей от души приглашаем. Папа и дед свой костюм достают. В школу на праздник волнуюсь идут. Он сильный и смелый, и самый большой. Ругает по делу и хвалит с душой. Он друг самый лучший, всегда защитит. Где надо, научит, за шалость простит. На наши вопросы он знает ответы. Завяжет мне косы, не выдаст секреты. Любую поломку легко устранит и головоломку быстро решит. Только один он на свете такой, еще он и рыцарь, защитник, герой. Все это так получается как-то, в слове одно умещается «папа». И мы с радостью представляем вашему вниманию праздничное шоу «Папа может!». Хотелось бы словами одной известной песни. Сколько песен мы с вами вместе спели маме своей родной. А про папу до этой песни песен не было ни одной. И действительно, сколько песен, стихов и даже праздников посвящены любимым мамам. Но сегодня нам бы хотелось посвятить наш вечер папам. Ведь они самые умные, серьезные, деловые, но порой очень смешные. Недаром в народе про них сложено много смешных анекдотов. Отец обещал, а отец сходил!
как там, жили-были, как их там, дед да бабка. Папа очень спешил, рассказывая сказку дочери. Поэтому зайчик добился, но доедал колобка. Папаша стоит на паркете, а сверху написано: «Трудные дети!» «Я здесь?» — говорит он. «Впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас. Он робкий такой, он послушный с пеленок. По-моему, голубоглазый ребенок». «Простите, но этот ребенок не наш. Вам надо подняться еще на этаж». Еще на этаж поднимается папа. Все выше, на нем поднимается шляпа. Солидный папаша стоит на паркете под надписью «Самые трудные дети». «Тишина в классе, я
он. Впервые сейчас. Мой Вовочка, видимо, где-то у вас. Он робкий такой. Он послушный спеленок. По-моему, голубоглазый ребенок. Простите, но этот ребенок не наш. Вам надо подняться еще на этаж. Еще на этаж поднимается папа. По лестнице катится папина шляпа. Он сел и шепнул. Обстановочка! Железная дверь и написано «Вовочка».